Вот Mazda Demio. Тормоза пропали. Сейчас будем смотреть, что с тормозами. Давай, 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 нормально. Еще правее, правее, правее. Тебя передок или задок? Да. Задок. Все нормально. Куда ты еще? Трубка была поменена, да? Сколько? Неделю назад поменял. Да. И побежала. Что-то не в порядке. Так, чтобы подобраться к трубке тормозной, надо снять колесо. 5 болтов открутить. Дмитрий Александрович откручивает, срывает. Что-то у него в прошлый раз пошло не так. Вот так вот. Тебе на 14 колес? Да, что-то какие-то маленькие кажутся. Профильские. Угу. Так, поднимаем автомобиль за заднюю балку. Ну, подрамник. Да. Ну, я балкой назвал вообще, да. Что, а маленького не хватает, да, этого? Видишь, допустим? Вот видишь, какая трубка стояла, родная, да, была? Ага. И видишь, вот она заглушена, то есть колесом стоит. У тебя левое колесо не работает тоже? Нет. О, так ты на двух будешь тормозить теперь. У меня Андрюха на Ниссане тоже купил машину. Мучился, мучился. Так он и не сделал. Заглушил нафиг заднюю. Там что-то... Чуть ли не весь мост менять. Что-то такое. Фига, она капает. Каплями. Льется. Льется. Ну. Машина приподнята. Последнюю гайку, футерку откручиваем. Для безопасности колесо под машину. Так, сейчас смотри. А, сейчас смотри, то вот лопнуло. Опять трубка лопнула? Оторвалась? Конечно. Металлическая трубка оторвалась. Ну вот, видишь, лопнула. Что-то офигеть вообще. Может, ты ее передавил, когда... Ничего, не, вот она стоит, вот она есть, как стоит. Я еще не стал даже огибать ее в окружную. Сделал, как положено. А ты контрактную взял или вообще новую? Контрактную, вообще бушную. Бушную, да? Здесь брал? Вот так? Нет, с Барнула привозили. Что-то какая-то трубка длиннющая. Для чего она такая? Ну, она знала, поди, это так вот идти. Здесь, здесь. Слушай, может она вот так болталась? Я видишь, вот она стояла, вот она. Вот так она стоит. Не, на излом я имею в виду. Вот какой излом, вот подвеска стоит. Не, ну все равно подвеска-то работает. И что, ну вот она, видишь, держится. Что-то. Может, она где-то крепиться должна к этому, трубка? Ну, а не трубка, это не такая. Ну, конечно, она должна вот здесь вот проходить, вот здесь вот за эту штуку. Сюда вот вставляться. Ну, вот она и обломилась. А, в смысле, она не такая, не родная, в смысле? Конечно, с фамилией. Так вот, надо родную, она поэтому и обломилась. Дребезжала, дребезжала. Дороги-то у нас нет, какие? Нет, она не дребезжит. Это тебе так кажется? Мне не кажется, я знаю. Ты что, во время движения рядом с ней находился? Я думаю, что она от вибрации этого у тебя отломилась. Других вариантов нету. Ты вон еще подвязал, блин, ее. Она же подвязана была-то не это, не сильно. Ну, сильно, не сильно. Это на месте стоит, да, постоянно. Это туда-сюда вот и изломалась. Это 100%. Нет. Да я тебе говорю. Бери бэушную, но родную, туда будет держать. Вот так вот бывает. Ну и все, что? Глушить надо, и все. Как? Сейчас будешь забивать молотком? Ну здесь, конечно, будет глушить, и все, больше никак не сделаешь. Ну так не надо делать, товарищи, зрители. Ну а куда деваться, ехать надо? Ехать надо, да. За такой же трубкой ехать надо, поэтому глушить. И будет только перед тормозить. Угу. Два колеса. Скорость... Ну, а не факт, что здесь вообще колки тормозные есть у меня. Так ты не снимал? Здесь-то нет, конечно. И там не снимал заднее колесо. Там уж ничего и нету уже. Они как бы для понтов стоят здесь. Не, ну понятно. Поэтому когда я заглушу машину, лучше будет. А ты вот когда поменял, разгонялся, она тормозила? Там на песке я смотрел. Раньше? Так... Не, вот после замены. Тормозной путь смотрел. Ну разгонишься, тормозишь. И колеса что?
Не, ну все равно видно, что она тормозит. Ну, тормозила, конечно, а как? Вообще педаль была хорошо. Ну, значит, есть там что-то? Есть. Не совсем ничего нету. Вот как теперь за это? А как? Сплющить и как-то заворачивать? И то не факт, побежит. Ну, совсем он не бежит, стоит заплющенный. Так же заплющено? Просто, да. Ну и плющи. Прямо шланга вообще. Ну и плющи. До ремонтной мастерской доехать хватит? Ну, в смысле, не мастерской, а это. Для покупки, до магазина. Я неправильно выразился. До магазина доехать хватит? По магазину-то на своей съезжу завтра. Видите, все плохо живем. Это жены, а у него еще своя есть. Да, стоит на улице. Я вот думал, может быть, она большая будет, может, покороче обломить ее. Не знаю. Тут ты сам решай. А зачем она такая большая у нас нужна, правильно, согласись, Юрий Григорьевич, зачем? Ну, по большому счету, да, только будет мешаться тут. Ну. Все. Волевым решением. Вот, Денис, а знаешь, что я думаю? Можно было заехать, где маяк стоит у нас на трассе. Знаешь, где? В таком у нас стоит. Ну. Вот там шланги есть. Высокого давления делают. Ага. Ну, шланг высокого давления сделать и все. Вместо трубки? Да, вот это. Ну, чтобы подогнали по резьбе все, да? Да, что-то сразу такие вот сделать просто, и все на трубке. А ей будет просто шланчик стоять. Ну вот смотри, вот эта трубка жесткая идет, она жесткая идет до стойки, а вот здесь мягкая, чтобы вот эта вибрация, чтобы именно вот этого поломки не было. Ну пойди, сейчас должна так спать, если раз. Ну она все равно там крепится, а ты взял вот, напрямик, раз, вот она должна, и она вместе со шлангом. Она вот так вот, потом должна вот так вот заходить, понимаешь? Ну. А здесь должна сюда вот в эту штуку вот входить, вот сюда должна входить. Да, вот да, да, да. Вот. Да. Там защелкиваться. Ну там должна вот такая штучка стоять, да. Вместе, штучки нету. Да. Вот сейчас сделаешь по-колхозному, опять сломается. А что сломается? Сейчас ты все сделаешь. Покупай трубку родную. Сейчас ты не собираешься ничего делать. Ну не сейчас, когда поедешь. Я сейчас думаю, можно сейчас взять сюда, так вот, что сделать? Вот так вот ставить ее сюда, да? Так вот, да? Или что? А, вот сейчас-то? Ну просто, чтобы она заболталась. Да, ну да, ну только чтобы она не вылетела. Да. Только как завернет, блин, опять побежит. И лучше тогда здесь оставить ее, да? С этой стороны. Вообще ты к колесу ее не крепи, крепи вот сюда, вот, как-то. Подвязать сюда и сюда ее. Да, чтобы она не, за собой не, не тащила ее. Ну, за длинной, конечно, надо покороче что делать, да? Смотри сам. Ну, а конфига такая нужна? Ну, в принципе, да, он же ты ее никуда не будешь использовать. Ну, вот так вот, ребята, ставьте родное. Ну, что, трубка так ломается-то? Ужасно. Ну, вот, просто берем, сейчас забьем, да и все, что. Да. Голь на выдумке хитра. Это вам не американский водитель. Даже не французский. Да. Дастишь фантастиш. Там жидкость-то осталась у тебя? В бачке-то? Да. Да. Так, надо, кажется, еще покороче закидать. Так, вот Дмитрий Александрович заглушил. Теперь будет нажимать, сейчас меня обольет нафиг. Давай. Жмешь? Да. Ну, ничего не видно, значит, заглушено. Тормозуха не бежит. Ну, все. Все, теперь туда ее цепляй. На кузов. Да, как-то вы загнули бы ее еще. Не трогай ты ее, блин, ты сейчас сломаешь. Сам же, говоришь, сломается. Ну, так что привяжем, да? Да. Если кому-то заберем, другой поставим, да? Естественно. Это пластиковый хомут, да? Конечно. Сережа давал. Вот так вот, да? Так, временная закрутка на хомут пластиковый, чтобы доехать до магазина. Отлично. Все. Вот это теперь уже. Навеки. Да. Так мы зимой отъездим. Можно и не так делать. Шикарный автомобиль. Можно и не делать все. Так, контрольное нажатие на тормоза. Ну, ничего не вижу. Ничего не бежит. Тормоза-то это поплотнее стали? Конечно, два колеса тормозит. А то ни одного, да? Все. Опа. Колесо на место. Вот так вот.
Все, ремонт автомобиля Mazda Primacy 2001 года с новым двигателем 1.8 подошел к концу. Когда сидел, ничего не забил, ничего, да? Да и не должно. Он же не крутится у тебя, в смысле не поворачивается, не подруливает. Все, на место. Старушка, да? Да.